Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на полях нашей интернет-конференции. В этом году Московский экономический институт впервые проводит конференцию в таком формате. И мы надеемся, что имеющиеся на сегодняшний день IT-технологии будут широко использованы в ходе нашей работы. Основной вопрос, который мы хотели бы рассмотреть, это вопрос взаимодействия высшего образования и дополнительного профессионального образования. Мы надеемся, что в ходе работы нашей конференции нам удастся приблизиться к решению этого вопроса. Мы планируем представить порядка 20 дополнительных образовательных программ, новых образовательных программ, ряд из которых будет апробирован в ходе работы конференции. Я вам желаю удачной, плодотворной работы, новых знакомств, профессиональных для дальнейшего сотрудничества.